мы с вами платим налоги, из которых, в частности, формируется бюджет Республики Беларусь. Но всегда ли бюджетные средства расходуются с умом? Идем в госконтроль, организацию, одной из главных задач которой является как формирование бюджета, так и контроль над его использованием. Специалистами Полоцкого межрайонного комитета государственного контроля совместно с финансовой милицией проведена проверка одного из госпредприятий жилищно-коммунального хозяйства региона. Предприятие на протяжении ряда лет не выполняет отведенное задание. Деятельность убыточная. Однако многих убытков можно было бы избежать, если бы работа была организована на надлежащем уровне. Закупка материальных ценностей, которая производилась, в частности, производилась без проведения конкурсов и процедур закупок. Это в частности, закупка местных видов топлива. Как известно, вся республика переходит на местные виды топлива по причине того, что это самое дешевое сырье. В данном случае, на данном предприятии оказалось, что местные виды топлива не такие уж и дешевые. Одна гигакалория, выработанная на местных видах топлива, в разы дороже той, которая выработана на одной из котельных на природном газу. В ходе проверки оказалось, что дрова и щепа были просто разбросаны по территории котельных. От погодных условий их не защищало ничего. Щепа и без того не лучшего качества превратилась в труху, да и дрова, полежавшие пару суток под дождем, едва ли могли дать достаточно тепла. Учитывая, что в ходе закупок предприятие не утруждало себя поиском лучшего соответствия, цена-качество в итоге серьезные убытки. В цеху деревообработки бесконтрольно использовалась электрическая энергия, которая при минимальных объемах цеха деревообработки составляла 1/4 часть стоимости электроэнергии, 1/4 часть объема этого цеха. Не научились на предприятии зарабатывать деньги и на вторичных материальных ресурсах. Одна из задач данного предприятия состояла в том, чтобы вести заготовку вторичных материальных ресурсов как у населения, так и у юридических лиц. Однако самим предприятием сбор вторичных материальных ресурсов не был организован. В то же время металлолома на территории предприятия было предостаточно. Он просто ржавел в траве. Почему бы не сдать его на переработку и таким образом заработать? А мини-полигоны бытовых отходов просто усланы вторсырьем. Возможностью заработать упущенные предприятием пользовались лица без определенного места жительства. Также на предприятии создавались условия для хищения материальных ценностей. Списанные на ремонт жилищного фонда кирпич находился на складе предприятия. Ну, складом это трудно назвать одно из помещений с обвалившейся крышей, но, тем не менее, он не был заложен в дело, как то было на бумаге отражено. А фактически кирпич в заводской упаковке, не расфасованный, хранился, и для чего он был приготовлен, остается только догадываться. При проведении инвентаризации ПИ-трубы, закупленной за счет средств бюджета, оказалась ее недостача нескольких наименований, а также установлены излишки 13 наименований этой ПИ-трубы. Это тоже способствует тому, чтобы в дальнейшем излишки можно было, ну, если не вложить в дело, то забрать себе и использовать для каких-то личных целей. Директор предприятия устроил на работу собственного сына, сначала водителем, потом инженером. Параллельно этот сын, как индивидуальный предприниматель, оказывал предприятию транспортные услуги, в то время как остальные штатные водители не отрабатывали положенное время, для них просто не оставалось работы. В отдельные дни этот же сын посещал страны ближнего и дальнего зарубежья, при этом в рабочем графике стояли восьмерки и выплачивалась зарплата. После проверки эти деньги пришлось вернуть. Еще одно странное партнерство – частные услуги по обезжелезиванию фильтров. Эти же работы выполнялись работниками предприятия, и в их рабочих инструкциях было оговорено проведение данного вида работ. Значит, ненадлежащая организация бухгалтерского учета на предприятии привела к излишнему списанию около полутонны бензина марки АИ-92. Остается только догадываться,
куда делся этот бензин, а его стоимость была отнесена на затраты предприятия. Это далеко не полный список выявленных нарушений. В данный момент рассматривается вопрос о привлечении предприятия к административной ответственности по многим статьям. Руководитель предприятия и ряд главных специалистов также оштрафованы, и не факт, что смогут отделаться только лишь деньгами. Тайное рано или поздно становится явным, так почему бы не работать честно и открыто, не ожидая в страхе того момента, когда выведут на чистую воду?